Доброе утро. На улице плюс 19. Сегодня 23 августа. С вами Уайт Хэррис. Привет. Проснулся? Люблю тебя. Впервые еду этим маршрутом. А вы? Каждый день. Уже 10 лет. Вы, наверное, всех в этом поезде знаете. Простите, мы знакомы? Нет, я Джоанна. Майкл. Я изучаю поведение людей. Моя задача – найти ответ на один вопрос. Какой же? Что вы за человек? Проведем эксперимент. Допустим, у меня к вам есть просьба, которая кардинально изменит чью-то жизнь. Я вас не понимаю. Одному из пассажиров не место в этом поезде. От вас требуется лишь его найти. В туалете спрятано 75 тысяч долларов. Деньги станут вашими, если выполнить мою просьбу. Вопрос же был гипотетический. Время на ответ до следующей остановки. Что вы за человек? Стану это делать. Вы хотите меня подставить? Никто не заставлял вас брать деньги. Что вам от меня нужно? Всего одна просьба. Пассажир. Доброе утро. Сегодня я ваш напарник. Состав 1206. В чем проблема? Не люблю нянчиться с желторотами. А я со старпёрами, так что... Молодец! Это не обучение. На обучение ты получишь еще двойку. А здесь потеряешь жизнь. Фильм Тони Скотта. Женат? Тип того. Долго рассказывать. А ты сам? Две дочки красавицы. Основано на реальных событиях. Счастливо. Что мы делаем, оказавшись на переезде? Смотрим по сторонам! Поезд без машиниста несется через жилые кварталы, и у него нет тормозов? Ага. 1206, прием. Говори. Поезд без машиниста на северном пути. Он что, движется? Причем прямо на нас. Что за груз? 8 вагонов опасных химикатов. Это не просто поезд. Это настоящая ракета размером с небоскреб Крайслер. Мне нужны точные координаты поезда. Мы сами не знаем, где он. Не знаете, так узнайте, ё-моё. Берегись! Это не вся беда. 150 детей вывезли на экскурсию 16-й путь. Состав такой длины на подобной скорости снесет любое препятствие. В случае катастрофы зона поражения достигнет радиуса от 20 до 40 миль. Единственный способ остановить такую дуру — схватить за хвост и тянуть ее в обратную сторону. Ты со мной или нет? Самоубийцами мне не по пути. Это твое решение. Стой! Это его семья. Я не буду рисковать компанией из-за того, что один машинист решил изобразить героя. Вся надежда не ради тебя. Ради дочерей тебя. На двух смельчаков. На связи я, ваш машинист. Пора остановить эту тварь. Папа! Передай сестре, что я обожаю вас обеих. Скорость поезда возрастает. Мы разогнались слишком сильно. Дензел Вашингтон. Тормоза отказали! Неуправляемый. Закрой глаза, если хочешь. А ты умеешь внушить уверенность, черт возьми. В ноябре в кинотеатрах. ...2031 год. Новый ледниковый период. Последнее пристанище человечества — поезд. Пассажир, мое место в передней части состава. Ваше — в задней. Помните об этом. Это ее ребенок! Еще рано. А когда придет время?
Скоро. Они не заряжены! Предыдущие революции провалились, потому что не удалось захватить локомотив. Что ты сказал? Нужно дойти до головы состава. Одним броском. Тот, кто подчинит себе локомотив... Поезд наш новый мир. А моего населения. Управляет миром. Я не лидер. Кёртис, это твоя судьба. Крис Эванс, Сон Канго, Джейми Белл, Джон Хёрд. Держитесь! Сквозь снег. Производство Peters Entertainment. В Нью-Йорке Рождество. Время дарить подарки. Время примирения. Что ж, дамы и господа, пора начинать. Но под праздничными улицами... С дороги! Куда ты, бабуля? Не рыпайся. Два дорожных копа. Работа у нас опасная для здоровья. Вкалывают, не покладая рук. Говорят, вы лучшие. Ну, чувство скромности не позволяет мне. Хотя, что там, мы реально лучшие. Они не просто напарники, а родня. Это твой брат? Сходство поразительное. Скажи вслух, я черный и горжусь этим. А бы кого к нам не берут. Не трогай его. Че так? Да я сам. Верность делу. Упорство. Отвага. Стальные яйца. Ой, я уже возбудился. Ты всегда самый крутой. Самый умный. И ты всегда получаешь тёлку. Так заслужил? Ты хреновый игрок. Ты в долгах, как в шелках. Я должен заботиться о брате. Насчет брата вопросов нет. А вот что происходит у нас с тобой? Ты же принес бабки! Ага, 300 баксов. Твой брат должен мистеру Бранту 15 тысяч. 15 тысяч?! Бросайте! Они заслужили репутацию, всегда находясь на острие. Хочешь, чтобы я признал наличие проблемы? Да, есть крошечная проблема. Крошечная, она не крошечная, а ты всерьез болен. Но теперь ты позор всей конторы. Жалкая развалина, чьи дни сочтены. Но теперь одна проблема вылезла далеко за рамки. Как минимум 3 или 4 лимона. А что бы ты их потратил? Мы не будем грабить денежный поезд. Почему? Потому что мы копы. Чарли скатывается в пропасть, а ты его единственная родня. Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон. Сюда ставим стрелков. Винтовки М-16, беглый огонь с 30 метров. Что будем делать? Поезд не остановить, даже если захотим. Тогда прибавь скорости. Присоединяйтесь или убирайтесь с пути. Денежный поезд. Вы не против, если я к вам подсяду? Вы всемирно известный детектив Эркюль Пуаро. Защитник невиновных. Так вас называют в газетах. А вы невиновны? А вы забавны. Один из пассажиров мертв. Его убили. Убийца находится в поезде среди нас. И все вы под подозрением. Что ж, надо найти убийцу. В моем купе ночью рылся какой-то мужчина. Вы уверены, что именно мужчина? Я знаю, что такое мужчина в спальне. Что вы знали о покойном? Не надо ее впутывать. У него были враги? Множество. Настоящий убийца здесь. Это кто-то из вас. Вокруг одна сплошная ложь. Я лягу спать здесь, чтобы все видели меня.
и чтобы я всех видела. Кто держал в руке нож? Никому не доверяйте. Никому. Джон Войт, он подначивает меня. Попробуй еще раз, и уедешь отсюда в мешке. Хочешь, чтобы я со стены прыгнул? Эрик Робертс. Все, давай. Спасибо, молодняк. Я у тебя в долгу. Мэнни, возьми меня с собой. Они сбежали вместе. Они прошли огонь и воду. Они достигли невозможного. Ну все, чувак, мы свободны! Но поезд, везущий их на свободу, вышел из-под контроля. Ребекка де Марней. Понятия не имею, что здесь произошло, но тут нет механика! Мы здесь совсем одни! Башмак спалился, а регулятор сдох! Механики просто так не дохнут! Хочешь стать крепышом? Легендой! Возвращайся! Сосунок, давай! Живым и меня не взять. Повеселимся! Тебе не остановить поезд, Ренкин! Слышишь? Никогда! Я убью тебя, Мэнни! Сдохни, сопля! Не заставляй меня! Вырубай, Мэнни! Вырубай! Вырубай! Борьба за свободу стала борьбой за жизнь. Джон Войт, Эрик Робертс, Ребекка де Марней в фильме Андрея Кончаловского «Поезд беглец». Шон? Шон, проснись! Шон! Твой совет оказался очень полезен. Шон, Шон. Так, вам кажется, что вы меня знаете, но я не знаю вас. Я капитан Колтер Стивенс. Ты меня пугаешь. Чужая жизнь. Нет. Чужое тело. Давай поговорим, Шон. Я не знаю, кто такой Шон и кто вы. Стивенс. Где? Внутри исходного кода. Что такое исходный код? Компьютерная программа, капитан. Исходный код позволяет переселиться в тело другого человека за 8 минут до конца его жизни. Но сегодня... В 7:48 утра взорвалась бомба в электричке в пригороде Чикаго. Все пассажиры погибли. В том числе некто Шон Фентресс. Теперь вы — это он. Вспомните, капитан, кто мог взорвать поезд? Да откуда я знаю, черт возьми! Попробуйте снова. Стойте! Ну, так что скажешь? Вагон тот же, но все по-другому. Это его миссия. Мы узнали, что следующий теракт произойдет через 6 часов. Если найдете террориста, мы предотвратим взрыв. Сосредоточьтесь на пассажирах. Ищите тех, кто нервничает. Как всегда, у вас будет 8 минут. 8 минут. И снова взрыв. Что бы ты сделала, если бы знала, что жить осталось всего 8 минут? Наслаждалась бы каждой секундой. Я хочу вернуться. Я спасу ее. Не слушайте, это невозможно. Кристина умрет. Не обязательно. Нельзя изменить текущую реальность, находясь внутри исходного кода. Найдите в себе благородство разрешить мне попытаться. Джейк Гилленхолл, Мишель Монахэн, Вера Фармига и Джеффри Райт. В чем дело? У него проблемы. Скажи, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Исходный код. У нас есть шанс изменить нашу жизнь. Я думаю, мы должны это сделать. Я хочу, чтобы мы снова стали братьями. Вы для меня самые важные люди в мире. Это поразительно. Почему мы целый год не общались?
Потому что мы не доверяем друг другу. Это мой ремень. Можно его одолжить? Я хочу, чтобы мы были открыты для чего угодно, даже если это будет шокирующим и болезненным. Есть вопросы? Есть. Спрашивай. Что у тебя с лицом? Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман. Что случилось? Не знаю, кажется, поезд заблудился. Что он сказал? Что поезд заблудился. Как он может заблудиться? Он же на рельсах. Что с тобой? Мне нужно об этом подумать. Фильм Уэса Андерсона. Что привело вас сюда? Вначале мы отправились в духовное путешествие. Ты меня любишь? Да, люблю. Я тоже вас люблю. Но сейчас прыснул из баллончика. Потом все запуталось. Интересно, смогли бы мы подружиться? Не как братья, а как люди. Продолжение следует. Отчаянные путешественники. Сверхсекретный спутник с ядерной боеголовкой. Международная группировка террористов. Правительство в заложниках. Президенты остальных эвакуировали. Тайный передвижной штаб. Хочу привлечь ваше внимание к опытным военным с автоматами в руках. Они готовы открыть огонь. Только одна проблема. Еще герои есть? Вернулся Кок из фильма «В осаде». Кок из меня так себе, но кое в чем я преуспел. Обстановка накаляется. Это 45-й, так? Да. В прошлый раз он был в открытом море. На этот раз весь мир у его ног. Стивен Сигал. В осаде 2. Это я умею. Будьте осторожны. Поезд на Пусан отправляется. Счастливого пути. Простите. Как-то странно она выглядит. Пассажиру в 11-м вагоне нужен врач. О, жесть! Бегом! Бегом, другой вагон! Скорее! Дверь! Дверь закрой! Стой здесь и жди меня, хорошо? А что так пусто? На помощь, скорее! Назад! Назад! Сюда, сюда! Отправляйте поезд немедленно! Едем! Но ребята еще не вернулись! Папа! Откройте! У нас нет другого выхода. Надеюсь, в Пусан въезд еще разрешен. В каком мы вагоне? В 13-м! Скорее! Сразу после тоннеля. Вы хоть представляете себе, что здесь происходит? Почему мы могли их спасти? Все, поезд дальше не пойдет. Пути повреждены.